По-настоящему зимняя погода пришла в Кустанай. За ночь в городе выпала половина месячной нормы осадков. В итоге с утра кому-то на помощь приходили лопаты, а кто-то нашел более оригинальный выход – попросту поехать по городу на снегоходе. Чистить город от снега коммунальщики начали еще прошлым вечером. Как рассказали в отделе ЖКХ Кустаная, снег вывозили по маршруту движения общественного транспорта и с остановок. А дальше перешли к центральным автомагистралям, которые связывают город с вокзалами, аэропортом и центром. Такая очередность дорог была выбрана уже давно и остается неизменной. В отделе ЖКХ объясняют, что город условно поделен на 4 участка, и на каждом из них работает своя организация. Ночью мы выполняли работы по открытию проезжей части. Днем сейчас выполняются работы по очистке секторов, это перекрестки, открытие тротуарных дорожек, открытие закрытых участков и работы по вывозу снега. Во дворах, говорит Алексей Тарасов, обязаны чистить территорию от снега обслуживающие организации, то есть ПКСК. Также он рассказал, какие еще работы проводятся на проезжей части. На постоянной основе в отдел ЖКХ направляется предписание административной полиции, где в обязательном порядке проезжую часть мы должны обрабатывать противогололедным материалом. Вот. Эта практика повсеместно применяется. Вот. Данное предписание обязательно к исполнению. На время таких погодных условий бесперерывно работают 50 снегоуборочных машин и 300 человек. Чтобы быстрее очистить город, сегодня ночью выйдет еще 50 машин. Все уборочные работы планируется завершить к понедельнику. Диара Ахметченко, Мила Салкымбаева, РТН.